посмотреть на вашу натуру, убедитесь, что она стоит точно под тем углом, под каким вы работали, и минуты две-три рассматривайте, не хватайтесь за руку, а просто посмотрите на натуру, на рисунок, опять на натуру, на рисунок, сравните. Вот для вас это очень важно. Вы очень спешите. Так пешкой в этой технике не получится хорошего результата. Эта техника такая задумчивая. Лучше даже сказать не задумчивая, а медитативная. Вот попробуйте, как следует рассмотреть, что вы, собственно, делаете. Так? Сравнить то, что у вас есть, с натурой. И наметить дальнейший план, что вы дальше будете делать. Не тыкать бессмысленной ручкой куда-нибудь, а подумать, с каким участком дальше будем работать. Теперь. Вот сразу видно, где вы уже начали спешить и уставать. Посмотрите. Вот здесь вот. И вот здесь вот. Точки стали сливаться в линию. Вещь совершенно недопустима. Спешить не надо, за нами никто не гонится. И вот смотрите, это вот вы уже сегодня, сейчас, взяли и прямо так вертикальную серию точек поставили. У вас наверняка появится линия в этом месте. Не надо по вертикали работать. Можно на секундочку. Ну, посмотрите. Ваш сосед. А у него где-нибудь вертикаль есть? Нет. Псевдолинии есть, но они нужны. Они как раз на месте, подчеркивая выступ. Да. Не надо спешить. Ребят, поскольку все уже продвинулись в рисунок достаточно, в любом, хочу еще раз вам рекомендовать, не спешите. Будет очень досадно, если вы возьмете быстренько испортите уже начатую хорошую работу. Думайте о том, что дальше делаем.